Надо собраться мыслями. Соберись. Почему эхо у меня в голове? Ну все, я собрался. Фух, погнали! Вам уже обратно притащили, что ли? Или мне это все приснилось? Копы. Помоги мне! Какой оригинальный способ позвать на помощь? Мне нужна моя лупа. Пойдем по самолетикам. Уверен, я куда-нибудь да приду. Надеюсь, копы меня не опередят. У некоторых может задаться вопрос, а чем же я держу лупу, если мои руки свободны? Хороший вопрос, но детективные штучки я не раскрываю. А вот и первая зацепка. Кучка самолетиков. Эти бумажки и вправду меня куда-то ведут. Но их след обрывается возле этого красного поместья. Какое жуткое месте. Неужели самолетики посылали отсюда? Надо проверить все коптером. Его подарили. Да блин, где канал с дроном? Вот отстой, батарейка сдохла. Придется идти за новым дроном. Иди сюда, одноглазый. Так, а что у меня с камерой случилось? Почему у меня ни одна не фурищет? Какого черта вообще происходит? Радио шумит, комп не работает уже 3 года, карт непонятно что... Так, погоди. Телек. Телек работает? Но... На чем ты стоишь? Что это за фокусы-покусы? Мне такое не нравится. Неужели я опять сплю? Мне нужно срочно проснуться. Твою ж в мять. Ну нахрен это место, я поехал домой. Твою ж в мять. Этот дом Сэмюэля меня не отпускает. Ладно, раз ты хочешь, чтоб я зашел, я зайду. Черт, здесь замок. Не пробраться. Но есть лопата, может я лопатой выломаю замок? Знакомая лопата. Что-то мне хреновенько становится. Ноги на месте. Это был сон. Да чтоб меня, здесь что-нибудь вообще работает? Че за черт у меня там вечно под окнами бегает? Еще раз там пробежишь, я тебе клюв сломаю. Скотина, что ты... Ох, идтить! Ладно, чувак, я пошутил насчет клюва. Бешен какой-то. Где фонарик-то? Да хорош, мужик, я ж дома, ты чё? Твою ж мать! Сон во сне. Чуть сердце не вы... Опачки. Кажется, копы меня опять опередили. Мне нужно в Крендельковую. Блин, а у меня же с самого начала была выбита дверь. А из-за чего? Я слишком много получаю по башке. Ни хрена не помню. Это все-таки был не сон. Погоди, телек опять висит в воздухе. Можешь вмять. Походу я и не спал вовсе. Дыши, Габриэл, дыши. Лёсик, лёсик, весь красный лёсик. Такой, как я в детстве хотел, от моей мечты. Блин, жалко его взять нельзя. Может, я его разберу? Ломом попробовать отковырять что-нибудь тут, на память взять. Все равно бесхозный. Крендельково. Наконец-то добрался до тебя. Здесь должна быть зацепка. Давай вначале по-хорошему попробуем. Здравствуйте. У меня к вам пару вопросов. Я журналист из... Эхачок, я к тебе вообще-то обращаюсь. Ладно. Раз не обращать на меня внимания, это в мою пользу, я тут осмотрюсь. Пончики, круассаны, раздолбанный кассовый аппарат. 1576 ЛБ. Это вес круассана, что ли? Здоровенький был. Эй, ты, таракан, а ну пошел вон. Мне не привыкать.
Но до таракана было обидно. Я вспомнил, что мне снилось. Или не снилось, что я проник в этот дом, взял лопату и потерял сознание. Но сейчас здесь закрыто. Надо смотреть при помощи дрона. Уверен, он мне многое расскажет и покажет. Нюга-нюга-нюга. Пусто. Что-то вообще не густо. В смысле пусто. Вообще нифига нету. Как так? Вчера же все было. Тут либо реально какая-то дичь происходит, либо я шизофреником стал. Ладно, по-хорошему не получилось, будем по-плохому. Эй, баба перекачана. Че ты там месишь в воздух? Как ты вообще до таких размеров раскачалась? Да начнется моя месть. Ай, пофиг вообще. Ей окно разбили, она там тесто месит свое. Мадам, вы на меня обратите внимание? О, какой злой взгляд. И улыбочка. Типа, все нормально, переживай. А, похрен с окном, так даже лучше. Ну, все, я тебя все равно оторву. Ничего-ничего, лазечки, все равно найду к тебе. О, турничок. И гири. Теперь понятно, где она качается. Не, качалка это не для меня. Лучше быть проворным дрищом, чем неповоротным качком. А вот и дверка. О, кейса. Кейса, надеюсь, ты не такая же... Ауч, ты такая же, как и твоя хозяйка. На твоей миске написано, что ты имбирь. Да ты бессмертный имбирь. Оп, кажется, надо валить. Здравствуйте еще раз. Я у вас тут лом забыл. Можно его заберу обратно? Благодарю. Ах ты, шкодник, как же у тебя кнопку отобрать? Давай меняться. У меня есть камера. Дорогущая, японская. Не хочешь? Лом металлический. Телевизор китайский. Ножницы. А, черт. Ты че, шлепок, все сделки проходят через меня, понял? Меня эта баба-качок нервирует. Я знаю, что с котом можно так... Китикэт! Опять ты! Я сейчас из тебя китикэт сделаю! Кулак у него как отбойный молоток. Великое преимущество дрища — это возможность залезть в окно. Вот он, этот вентиль. Он привлек мое внимание. О, тут лестница есть на второй этаж. Почему бы нам и не подняться? Ха! Обдурили дурака, дамочку-качка. Краска. То, что надо, пригодится. Нам тут как раз окно надо. Ну, ё-моё. Вот минус дрища, это то, что сил нет разбить окошечко. Вот это, вот в это окно я должен попасть. Дрищевая моща, нормально. Пойдет. Опаньки. Любовь собачья, все дела. Почему она кошку завела? Она предала собак. Явно любит мыть посуду. Любит странные вещи. Ну, ни черта ж тебе вот эта книга. А чё она на замке? Похоже на книгу с темной магией. А где же у тебя ключик? Catchwoman наминает невидимое тесто. Это сильно, это сильно. Че, пошла невидимые булочки печь, что ли? Опаньки! Ключик! Интересно, что он открывает, холодос или книгу? Че кошак делает? Кошак, как обычно, страдает фигней. Похоже, что он с мухой играет или с мошкой, я не знаю. Месить тесто легко и пышно, напеку я пирожки, легкие, сладкие, с вишней внутри. О боже, ладно, пока она печет там внизу, у меня есть шанс обоскать все наверху. Я вообще не понимаю, что я тут делаю, но я же, черт подери, журналист, я должен ковыряться в нижнем белье. Отлично, вентиль мы нашли, куда пришпандорить, и что он сделал? Давай следовать по трубам, всегда нужно следовать по трубам. Трубы выходят на балкон. На балконе они выходят. Снова на балкон. О, Петюня. Так, я нашел Петюню. Это кнопка от кассового аппарата. Давай, короче, крутим вентиль. Кажется, водичка полилась. Ха, точно. Вначале этих цветов не были, но после того, как я полил их, они выросли. Это мое детективное мнение. Надо бы обрезать эти кустики розы. Потому что они колючие, не достать Петюню, но... То это шайтанские розы, они что-то не обрезают. Похоже, их питает вода дьявольская, надо отключить эту баранку. Ну-ка, сейчас... Розы завяли, смотри, они... Все, короче, срезались. Ниждячок, Петюнечку берем. Знаешь, что с ней делать? Дать 5 в окно. Петюня пробила окно. Так что лучше не просить у меня дать 5. О, извините, сударыня, я тут чаек зашел поставить. Вы не против? Я вот тут вот чайничек сбоку закину. Пускай кипятится. О, у вас морозилка есть? А что это вы тут заморозили такое?
Так, я сидеть, как закинуть это все в камин. Надеюсь, дама будет не против. Ого, это ключ! Как же его достать? Да теперь! Так, я видел варюшки. Специально варю. Вот. Опять ты, тараканишь, я уже устала бить тебе морду. Так ведь можно же и не бить. Ух, какая злющая барышня. Кажется, я начинаю в нее влюбляться. Блин, очко, она же мне реально может выдолбать все мозги. Давай через камеру посмотрим, что она там мутит. Ключик на месте. Главное, чтобы он там не расплавился окончательно. Тумба-юмба-маха-уахай. Она точно демоница, она ключ заговаривает. Шашлычком запахло. Так тебе и надо, ушлепок. Я решил подойти поближе. Какой большой таракан. Попыточка подойти поближе, дубль 2. В этот раз я спрятался получше. Меня теперь не запалят. 100%. Пришло время действовать, но я не знаю как. О, погоди, это же огнетушитель. У меня созрел план. Брать огнетушитель, тушить костер, брать ключ и валить. Кажется, годный план. Но места нет в карманах. Не подготовился я. Мадам, как насчет пьяной вечеринки? Да, пьяная вечеринка. Это же веселье. У имбиря тоже вечеринка. Мне кажется, ему понравится. Зараз, пока вокруг обежал, тут уже кострище разгорелось. Я все равно достану этот жеванный ключ. Иди сюда, в мои потные ручки. Наконец-то! Наконец-то! Я знаю, откуда этот ключ. Этот ключ отсюда, от холодоса. Нет, нет, не от холодоса. Значит, от книжки. 100%. Все опознается методом тыка. Да! И что же ты скрываешь? Главное, чтобы оттуда саранча не вылетела. Ха, кнопочка. Шестерочка, дьявольская шестерочка. Ну вот, почти весь циферблат все брал. Осталось 1 и 7. Я такой хулиган, я такой хулиган. Возвращаемся к невыполнимой миссии. Как достать ключи из заднего кармана этой женщины? Ух, какие булочки. Так, не отвлекаемся, у нас важная миссия. Значит, нам нужно ключ. Она что, в дверь уперлась? Кажется, это мой шанс. Пока она уперлась в дверь, надо взять ключ. Черт, она проломила дверь и прошла через нее. Ладно, я следую за тобой. Ай-яй-яй, подсматривай за такой женщиной. Она и прекрасна, и в то же время опасна. Я близко, я так близко. Да, я спер у нее ключ прямо у нее под носом. Нет, прямо у нее из-под жопы. Китикет в моих руках. Значит, я сейчас с кошаком договорюсь, иди сюда. Китя, смотри, что у меня есть. Пирожок, китикет, будешь имбирь служить? Кувырок, играй! Ах, какой послушный, какая китикет-то видит. Ну ладно, пузика почешу тебя. А, не успел пузика... Оу! Дурачуга! Да блин, я так скоро тупею. Имбирчик, имбирёчек, пока там-то хозяйка не видит, держи. А, за что? Козлин пушистый. Ну ладно, китикет я тебе все равно дам. Так, погоди. А ты мне ничего не должен взамен-то дать. Че ты играешься? Жри китикет. Засранец лохматый. А кнопку-то мне дай. А где кнопка, я не понял. Ты что, я сожрал, что ли? Ты куда засунул кнопку? Не, ну так дела не ведутся. Я тебе китикет, ты мне кнопку должен был. Че ты от меня отвернулся? Я вообще-то здесь с тобой деловые отношения веду. Засранец имбирный. Так, куда ж ты заныкать мог эту кнопочку? О, я, кажется, копаю. Копаю его лежанку. Без лопаты. И что я там накопал? Запустил дрона, чтобы он нашел эту кнопку. Котяра явно ей игрался и куда-то за угол закатил. Или он так играл, что ее случайно проглотил. И тогда остается последний вариант. Ждать, пока он сходит в туалет. О, кажется, я уж три смотрел. Он в невесомости пребывает. Он висит в воздухе. Он точно сожрал эту дьявольскую кнопку. А это я, красавчик. Так, смотри, как ножку поставил на носочки. Ах, я позер, так позер. Надо в модельный бизнес идти. Ну нафиг эту журналистскую жизнь. Конечно, побоев натерпелся. Но вот ждать, пока кошка посерит, это уже слишком.